С начала года на дорогах Белгорода под колесами автомобилей пострадали 6 детей. Чтобы предотвратить новые происшествия, госавтоинспекция проводит профилактическую акцию «Внимание, каникулы». Еще раз напомнить, школьникам правила дорожного движения стражи порядка отправились в 38-й лицей. Подробности в сюжете. На самом перекрестке великан стоит трехглазый, но никогда не смотрит он тремя глазами сразу. Первый урок у второклассников 38-го лицея прошел в нестандартной форме. Вместо учителя его провела госавтоинспектор. Загадки и конкурсы заинтересовали каждого ученика. Но больше всего ребятам понравилось придумывать истории про непогодку и лучика. В ходе игры они разбирали реальные ситуации, когда погодные условия могут влиять на дорожную обстановку. В дождь может быть очень скользкая дорога. И водитель или пассажир может подскользнуться. И может быть не видно дороги. В ходе урока также напомнили о необходимости соблюдения правил перехода проезжей части. Азы дорожной азбуки ребятам хорошо известны, но освежить знания никогда не помешает. Красный означает, что водителям нужно стоять. Желтый – приготовиться, зеленый – можно ехать. Когда переходишь дорогу по зебре, то надо посмотреть налево, а потом направо, чтобы не было машин. Чтобы перейти дорогу, надо слезть с велосипеда и покатить его в руках, пока не дойдешь до конца. Когда я еду в машине, нужно пристегивать ремни безопасности, не баловаться. В конце урока школьникам предложили самостоятельно вырезать световозвращатели. Фигуры в виде звездочек, снежинок, треугольников и квадратов украсили одежду и портфели. Фликеров оказалось так много, что второклассники решили раздать их прохожим на улице. Профилактическая акция в Белгороде проходит традиционно перед каникулами. Инспекторы ГИБДД одновременно будут контролировать соблюдение правил пешеходами и водителями. Сотрудники ГИБДД посетят все школы города, напомнят детям о правилах. Также сотрудники посетят автопредприятия, проведут беседы с водителями. И также усилена работа с родителями в местах массового скопления детей, в досуговых центрах и на родительских собраниях. Профилактическая акция «Внимание, каникулы» в Белгороде завершится 31 марта. Ее главная задача – предотвратить происшествия с участием несовершеннолетних. Диана Калединова, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.